Московская бригада героя социалистического труда Николая Злобина. Его метод строительства известен сегодня всей стране. Безусловно, для того, чтобы выполнить директивы 24-го съезда нашей партии, значит, требуется нам повседневно улучшать работу, повышать производительность труда. Значит, тем самым, как повысить производительность труда? Вот именно и здесь бригадный подряд дает возможность повысить производительность труда. За счет чего? За счет того, что товарищи бригады имеют по 2-3 смежные специальности. Уплотнили свой рабочий день. Ну и, безусловно, здесь материальная заинтересованность. Все, что мы сбережем, все, что мы сэкономим, значит, мы и даем прибыль и государству, и, конечно, себя. 800 бригад уже работает по-злобински. Это значит, что у нас будет больше домов, возведенных быстро, дешево, на совесть. Лучшая советская экранизация западной классики. Сказочное путешествие Бильбо Баггинса «Хоббита». «Красное и черное», «Овод», «Двенадцатая ночь», «Дон Кихот», «Гамлет», «Король Лир», «Десять негритят», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мираж», «Солярис», «Д'Артаньян», «Три мушкетера» с двумя сиквелами, «Трест, который лопнул», «Белый клык», «Смок и малыш», «Рикки-тикки-тави», «Американская трагедия», «31 июня», «Опасный поворот», «Чисто английское убийство», «Золушка», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Время не ждет», «Стрелы черных дроздов», «Приключения принца Флоризеля», «Человек-невидимка». Кто победил, вы узнаете в пятницу 29 марта. У вас в течение всей недели есть возможность голосовать на странице нашей программы на сайте www.nostalgia.tv.ru. Фильмы, конечно же, это начинает романтических «Алые паруса» с Вертинской и Лановым. Совершенно необыкновенная сказка. «Тайна двух океанов» — это про разведчиков и про борьбу под водой. И, конечно же, Павел Корчагин, но это уже позже, в школьные годы, я верил в справедливость и был воспитан, как и все, и, в общем-то, смотрел со слезами на глазах этот фильм. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Миллионы советских людей пришли 26 марта на избирательные участки отдать свой голос за тех, кого они хотят видеть в верховных органах власти страны. Они голосовали за перестройку, демократизацию и гласность, за тех, кто сумеет сделать необратимым процесс обновления нашего общества. В Центральной избирательной комиссии подводят итоги выборов народных депутатов СССР. Сегодня в течение всего дня сюда шли сотни телеграмм из окружных избирательных комиссий. Еще больше звонков от избирателей и журналистов с вопросами о результатах выборов. Но пока получено известие лишь немногим более чем от половины избирательных округов. Из остальных сведения придут только завтра. Поэтому даже о предварительных общих итогах пока говорить рано. Но окружные избирательные комиссии на местах с завтрашнего дня начнут публиковать сообщения.